Всем привет! Сегодня будем готовить очень нежную курицу медовой глазури с картофелем по-деревенски. Тщательно промоем картофель и разрежем на 4 части. Посолим и перемешаем. Добавим оливковое или растительное масло и еще раз перемешаем. Выложим кусочки картофеля на противень, покрытый бумагой для выпечки. Добавим лук по вкусу. И будем запекать в разогретой до 200 градусов духовке примерно полчаса. А пока запекается картофель, приготовим филе. Перед отправкой на сковороду посолим филе с двух сторон по вкусу. Смажем сковороду маслом и обжарим филе до румяной корочки буквально 2-3 минуты. Приготовим соус. Очистим лук и чеснок и обжарим их до прозрачности на оливковом масле. Добавим к ним кетчуп, бальзамический уксус, мед и специи. Затем положим в соус поджаренное филе и будем тушить под крышкой 5 минут. Через 5 минут перевернем и оставим тушить еще на 5 минут. Готовое мясо подадим вместе с картофелем и польем соусом. Всем приятного аппетита и до встречи в следующем видео!